Еще немного. Что я могу сказать о машине «Волга»? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, не долго. Все честь по чести, кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутренняя шумная шумная опора. Мне кажется, что внутри красиво. Но это не езда. 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 Это не автомобиль, я скажу точнее. Это помни с мамонта, с крейсером «Аврора». Это перевод с палатками «Бармалея». Это два месяца мечта «Азора». Там слева ручка, я думал, это от капота. Выяснилось, что это какая-то там заслонка. Приговорил, эта машина злей, Сережа, что ты? Это машина пельмень, машина пшонка. И это не езда, это не езда. Это не езда, это не езда. Это не езда, это не езда. Это не езда. Не езда. Мой сосед по подъезду Миша, ножом выше. Человек интеллигентный, ни от дня не пибались. Не курит листья, не засовывает свитер в брюки. Единственное, но сотрудник гидромедцентра. Каждым утром с ним приезжает такая вот «Волга». И Миша едет на «Волге» в центр, в гидромедцентр. Он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такую погоду, такие «Волги». Такой ипотечный кредит, такую сумму. Такое радио, фильмы, футбол, магазины. И проще. Мы имеем такое вот проще. Другой мой сосед, Ренат Акирыч. Большой любитель поговорить о своей работе. Он говорит, смотри, когда я ложу плитку. И сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Акирыч встречает интеллигентного Мишу в подъезде и говорит ему вкрадчиво: слушай, Миша, ты когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь? Никто, никто не желает работать. Учи, учиться никто не желает. Все заняты какими-то другими делами. И все считают себя врачами и учителями. Или вот я ведь тоже дитя застолья. Гордиться особенно нечем, ну кто я? Я тоже как эта «Волга». Лосун, пизюляш и вся недолга. Вот и стоп, это главная загадка века. Для меня как тарантулета и человека. Когда так индивид, которому нечем гордиться, приведи себе подобных злиться. Это не езда, не езда. Это не езда, это не езда. Это не езда, это не езда. Это не езда, это не езда, не езда. Это не езда, это 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 не езда, не езда. Браво! В смысле, нет. Браво!